КПП хлебзавода и других войсковых подразделений, ну и лагерь. Но за спиной сейчас у меня это КПП, ворота. Прямо на Ютрбок машина пошла, там перекресток. Дальше, за перекрестком госпиталь направо, дальше Ютрбок. Это КПП хлебзавода. Вот оно. В эту сторону Алтыслагерь. Мы намерены проехать на велосипеде в сторону Алтыслагеря. Здесь шильды видно, что натурпарк. Сейчас посмотрим. Натурпарк Нуте Ниплиц. Это название речушек. Такой это заповедник. Здесь вся территория, в том числе и территория Нойслагер. Все объекты будут снесены, как ни жаль. Многие уже не существуют. Вот это КПП хлебзавода и других войсковых подразделений. Времени. Смотрим и поедем. Времени 11:34. Если видно. Не видно, то я сказал. Подцепил, да. Камеру. Поехали. Мы здесь ездили с вами уже и на велосипеде, и на автомобиле. Вот в такую пору мы не ездили с вами. В летнюю. Недавно тут скосили. Вот эта сторона вроде бы скошена. Или пожмакали траву. Через забор это видно. Чайная, солдатская чайная. На территории школы поваров. Нойслагерь. Вот здесь бассейн виден. Не бассейн, а декоративный фонтан. И бассейн. Парк один был. Очень жарко делается. Больше, чем 22 градуса. По прогнозу должны быть дожди, гроза должна быть. Но вот пока нет. Вчера было целый день пасмурно, дождь начинался пару раз, но так и не пошел. Это КПП школы поваров. Вроде бы не было ветра. Ворота тут есть. Поясняли участники группы Алтыслагерь, что это как бы тревожные ворота. Где запасные, уже не помню. С правой стороны от дороги ничего нет. Все объекты снесены, кроме объектов. Некоторые объекты сохранены. Еще там, где был пост номер 5, хранилище ракетного топлива. Оно будет там чуть дальше направо, а уже рядом будет поворот. Вот эта дорога направо, там где шлагбаум, как раз и есть туда по направлению к хранилищу топлива ракетного. Это КПП ракетной бригады. Войсковая часть 60-606. Мы бы уже видали здесь с левой стороны здания
Здание ДОСа четырехэтажное. Вот тут оно было, рядом с дорогой. Тут просто лес уже вырос. На этой площадке там все снесено. Там до крейсера, до ДОСа. Там целый лес уже. Быстро все зарастает. Прямо на Алпеслане. Ветерок появился. К жилым домам, на стадион можно было заехать сюда, с этой стороны. А здесь, на территории, здесь было уже, здесь магазин, общежитие, много чего было. И расположение войсковой части строителей с левой стороны. Вот где автобусная остановка, здесь было КПП. А дальше было здание казармы, штаб, много чего было. Половина дома жилая, как видите, желтого цвета. Это нет, никто его не покупает. Это жилые дома. С левой стороны будет автохаус за этим домом. Это последнее время у него дела идут, я так смотрю, что не очень. Видимо, связано с этой пандемией. Коронавирус. Вот видно, что машин мало. Налево на Нидерзердорф будет дорога прямо в Алпеслане. Разогнался. Это жилой дом. Проедем мы туда за день и завершим наше видео. Алпеслагерь не будем заезжать. По этой дорожке многие ездили, насколько я знаю. Ютербург, госпиталь, Нойслагерь. Ну и обратно. Может, она по-другому бы выглядела дорожка. Ну вот здесь она и была. С левой стороны скошена Азимовая. По-моему, рожь. Рожь тут была посеяна. Вот уже скосили пару дней назад. На сенаж. Поле небольшое. Ну а тут было. Мы оттуда приехали. Там вроде нет ветра. Ехал, ветер был. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. 13 июня 2020 года. Вот время. 11:42, что ли. До свидания.